Всем привет! С вами канал Артмания. Знаете, когда находишь в старой сумке деньги, это всегда приятно. Я вообще про них напрочь забыла, что у меня есть подарочные деньги, которые мне на день рождения вот дарят, и потом на них покупаешь одежду. 1, 2, сколько тут еще одно? 5000. 3, 2, 5000. Представляете, нашла? Обалдеть! Я вообще забыла. Там есть потайной кармашек вон в рюкзаке у меня, где я в прошлом году, когда гуляла, их туда положила в фалики. У меня всегда деньги в фалике лежат. Что-то там купила и забыла про них. И все. Этот рюкзак всю зиму у меня просто стоял. А сейчас наступило лето, я его достала и... Вуаля! Гуляем, девчонки! Короче, мое утро начинается с уборки рюкзака. Нашла много конфет, из-за этих конфет у меня начались проблемы со здоровьем, очень такие весомые. Вот, и, короче, я их буду все выбрасывать, конфеты больше такие покупать не буду. Ну, максимум, может быть, вот такие вот холлс. Да, вот как вы видите, деньги. Вот мой рюкзак, я убираю сейчас вот здесь, вот нашла много мелочи, денег. Вот сейчас вот в этом кармашке, очень, кстати, этот кармашек очень удобный. У меня там лежит обычно вот для батареи, для видеокамеры, там иконочка обязательно, я такие покупаю, в каждой сумочке у меня лежат, у мужа лежат обязательно. Вот это вот пластыри, это вот, кстати, малярная лента, тоже как пластырь я использую иногда, карта памяти для моей видеокамеры. И, конечно же, опять деньги. Кошелька я сейчас уже давно не имею, не ношу кошелек, ну, вернее, он у меня есть. Все, там все супер, но я его уже давным-давно не ношу, потому что он очень невероятно тяжелый становится, просто кошмар. Вот, и деньги у меня просто лежат все там в рюкзаке, мелочь отдельно, карточки отдельно, мне даже так стало очень даже удобно. Но, кстати, в таких рюкзаках есть еще вот такой вот кармашек, вот он, типа как для кошелька или как кошелек, ну, я не знаю, как-то, там хоть внутри рюкзака карман, а здесь снаружи как-то не очень. А это карман, чтобы внутрь залезть. Ну, это офигенный, короче, рюкзак. Вот, и вот я тут начинаю разбираться, что у меня тут оказывается... Ну, я знала, что здесь у меня деньги есть. Вот, вот еще у меня деньги. Короче, я богатая сегодня. Богатая-пребогатая. Ну, подумаешь, что там пару тысяч, 5000, например. Ну, я считаю, это много. Мне хватает. О большем я не думаю. Будьте счастливы, имея 5000. На них тоже можно купить довольно много всего интересного. Смотрите, парк. Парк. Я таки все-таки вышла, села, поворачиваю голову, а там дождевая туча идет. Наташа погуляла, называется. Травка зеленая, солнышко. Все исчезает тоже солнышко.